этих детей скалодром в Солнечном оказался просто находкой. Они готовы лазить по стене целыми днями. Приезжают сюда из Северного и Зеленой Рощи. За несколько лет тренировок уже вышли на уровень чемпионатов России по скалолазанию. Самое простое, наверное, это первые самые азы. Траверс. Посложнее это уже, когда идут какие-то нависания, карнизы. Ну, их тоже можно осилить. С утра до позднего вечера в молодежном центре «Патриот» проходят тренировки при неизменном аншлаге. Здесь можно заниматься боевым самбо или армейским рукопашным всем от мала до велика. И 30-летним любителям, и младшеклассникам. Сейчас 8-летний Миша с друзьями готовится к соревнованиям в Хакасии. Меня привел сюда папа 2 года назад примерно. Мне очень нравится тренироваться. У меня уже хорошие навыки. Я тренируюсь уже, составал уже со всеми, так что мне уже комфортно. Все занятия в «Патриоте» проходят бесплатно. Он задуман как центр доступности здорового образа жизни. Есть только одно «но». Помещение центра требует капитального ремонта. А заниматься молодежи приходится на устаревших тренажерах. При поддержке населения Солнечного, в том числе в процессе интернет-голосования, «Патриоту» удалось выиграть 4-миллионный грант от «Русала». Он позволит центру полностью преобразиться уже к началу нового учебного года. Мы хотим купить хорошее специализированное татами профессионально, чтобы его хватило, ну, к примеру, лет на 20. То есть такие. Плюс это будут тренажеры общефизического плана, эллиптические тренажеры. Это будут такие вспомогательные вещи, как груши, перчатки, лапы. Ну, я таким термином профессиональным уже. Поэтому детям, я думаю, что будет хороший подарок к сентябрю. Алина Мельчакова, Дмитрий Яковлев. Новости Афонтово. Проект выходит при поддержке компании «Русал». Сделаем Красноярск комфортным и удобным для жизни вместе.